Очередной Гнорвик от компании Wegner. Венгер 130, 24, 415. Мать вашу, ну придумайте название, люди, вы дебилы, что ли. Значит, сразу говорю, нитки торчат. Это то, что массово всякие разные непонятные чуваки копируют. И не совсем очевидна разница между оригиналом и неоригиналом, потому что, как в случае с Альфой, качество оригинала также сомнительно. Значит, вот это все, это дизайнерский дизайн, и это тоже дизайнерский дизайн. Нахрен не сдалось, носить от этого удобнее не станет. Тем не менее, ручка толстая. Спасибо. Она могла бы быть толстой и без вставки вот этого канатика, да, но, в общем, толстенькая, хорошо. Выход на наушники, на пауэрбанк, ну, или, если очень припрёт, на гидратор. Вот эта перемычка, штука странная, мне в целом с ней рюкзаки нравятся. Почему не ставят все? Требуется отдельный девайс для изготовления такой спины. То есть, если хотите классическую спину, вам нужен один аппарат ценой в лямы долларов, на такую спину нужен другой. Материалы все довольно жидкие, да. Обшивочная стропа обыкновенная также. Вставки из стропы здесь нужны исключительно ради дизайнерского дизайна. Навряд ли они вам пригодятся. Грудная стяжка обыкновенная, двойная эластичная стропа для лучшей фиксации. Фурнитура приемлемая. Фиксация через штырьки, подобно ИКК. То есть она легко открывается, легко закрывается и сильно выстреливает. Стропа среднего качества, но этого достаточно. Вот эти вот наплывы позволяют более удобно его открывать. Фурнитура держит натяжение без проблем, регулируется достаточно легко. Элементы разгрузочного пояса, он не съемный, это больше для красоты. Фурнитура такая же, мне не очень нравится, что она такая тонкая в середине. Лично мне неудобно открывать, но, например, для маленьких рук, девочек или ребят, девчат, это, наверное, будет скорее хорошо. Лямки не имеют сильной формованности, поэтому в конце наденем. Никакого airflow в рюкзаках не существует. Вы сейчас забудьте, как страшный сон, убейте тех, кто это пишет. У вас все это лежит на спине, ничто тут нигде не дышит и не гуляет. Даже не надейтесь на это и не думайте, вообще забудьте. Так просто немножко комфортнее носить на голое тело или около голое тело и немножко меньше давления острых предметов на спину. Но также, если здесь есть плотная вставочка, это улучшает в целом носимость рюкзака. Вставка здесь не особо плотная. То есть спина, по сути, мягкая. Если тяжелые вещи, нужно их грамотно организовывать. Значит, так, с другой стороны, боковые кармашки рудиментарные. Не очень представляю, что в них носить. Разве что ключи, может быть. Причем у кармана нет дна. Карман, по сути, плоский. Здесь он сшит, имеет несколько коническую форму, поскольку ширина по верху у него имеется. Однопудерный карман с другой, с такой же стороны. Небольшое усиление, опять же, смысла не несет. Дно явно обработано пеной. Основной передний кармашек мелкий. Я влажу туда с большим трудом. Сделан из подкладочной ткани. Она, кстати, средней плотности. В общем-то, ничего ужасного. Сшит одиночным швом, поэтому сильно дергать ее не стоит. Ну, и навряд ли вам это придется делать. Сюда можно убрать, ну, например, кредитки, но потом не факт, что будет удобно доставать, если у вас руки сравнимы с моими. У меня, ну, где-то 9 размер, причем пальцы реально короткие, должны были бы быть длиннее, по идее, но работаем с тем, что имеется. Вот это вот дрянь, не особо надо, это дизайнерский дизайн. Можно было обойтись просто стропой, ну, опять же, видимо, так лучше продается, почему нет. Значит, смотрите, убираем. То, что они разъемные, это всегда хорошо, так удобнее. Органайзер совершенно типичный, точно такие органайзеры везде. Несколько отделений под паспорт, документы. Карман идет до самого низа. Тут у нас вставлена пена легкая, здесь уже пены нет, здесь пены нет. Сам по себе карман плоский. Молния двузамковая. Дальше большего калибра молнии открывается, во всяком случае, пока новые, легко. Везде также стропа та же самая, обработана кое-где неаккуратно, кое-где аккуратно. Качество отшива в целом среднее. Кармашек. Интересно, изнутри вот эта синтетика очень похожа на ту, которая применяется в целлофрешах или в химических грелках. Вот прям очень похожий материал. Типа для всяких девайсов. Но девайсы, как видите, сюда могут и не поместиться. Это у нас сам Samsung какой-то. Он вот так же со скрипом без смазочки не зайдет. 12-дюймовый ноутбук, понятное дело, входит хорошо. Практически по-всякому, на то он и 12-дюймовый, в общем-то, потому и брался. Выход на наушники представляет себя просто отверстие. Одинарный шов, опять же, какие-то где-то нитки, но это небольшая проблема сама по себе. Значит, убрали ноутбук, ручка прикольная, но, как я уже сказал, это просто дизайнерский дизайн. Причем закрепочные швы выполнены местами откровенной халтуры. Ну и, опять же, в общем-то, как-то к нам чувак один пристал, говорит, у вас нитки торчат на рюкзаке. Я пишу производителю, говорит, ну обожгите. Я пишу, обожгите, такой, что обжечь нитки? Типа, почему? Потому что производитель сказал, официальная технология, мать ее.
Так, да, значит, мерим. Как я говорил, 54-й размер сверху снизу, рост 187-190, вес порядка 97 килограмм. В максимально низком положении вот так вот. Ну, дебильно смотрится, честно скажу. Неоправданно носить рюкзак низко, он и сваливается легко у вас с плеч, похожего на какого-то орангутана, если честно. Ну, впрочем, почему нет, если вам насрать, можете ходить и так. Если нужно резко куда-то рвануть, удобно рюкзак бывает поднять наверх. Стропы регулируются, как слышите, с хрустом, не настолько мягко, насколько хотелось бы. Эти пластиковые кольца я заменил бы просто на кольца из стропы, то есть подвернуть и подшить закрепочный шом, потому что вот это и вес дополнительный, и дополнительные ломкости, и большие пальцы у меня влазят тяжело. В таком положении практически не жмет на шею, уже можно как-то резко, быстро передвигаться. Значит, чтобы при моем росте эта разгрузка начала иметь какой-то смысл, необходимо опустить его достаточно низко. Фиксируется тут также с одной стороны двухщелевкой, чтобы не было болтыхания, с другой стороны есть быстрая регулировочка относительно. Эта пипка довольно маленькая, что на самом деле хорошо, маленькая вероятность, что вы ее случайно заденете. Ну, в таком случае какой-то элемент разгрузки есть, но видно, что на 190 смотрится все это опять же по-дурацки, то есть рост, наверное, 180 или даже 176 расчетный. В общем, в суровом остатке. Рюкзак и рюкзак очень массово копируют, неплохо выглядят. Я не фанат серо-зеленых цветов, но, опять же, каждому свое. Имейте в виду, если что-то вам нравится по цвету, это не значит, что оно на вас хорошо сидит. Есть цветотипы, есть там гармония, есть гармония цветов, цветовые круги и всякое такое прочее. Спросите вашу женщину, она наверняка это знает и сильно заморачивается. Вот, себе брать бы не стал, ну, будь у меня такой рюкзак, особого смысла менять его на какой-то другой я также не вижу, потому что в целом все норм, рюкзак, ноутбук и какие-то там основные зарядки в него влезают. Носить его можно, разгрузочный пояс здесь, как по мне, является совершенно лишним элементом, придется как-то его либо отрезать, либо подворачивать, за это минус.